Всем привет! Вы снова на канале Евгений Лайф. Мы в Фикспрессе смотрим новинки город Москва. Пробежимся сейчас. Что тут есть, посмотрим. Итак, начнем. Лопатка кухонная 34,5 сантиметра. Силикон, дерево, нейлон состав. Прочная, не гнется. И большая достаточно. Так, цена 149 рублей. Половник также в наличии. Все из этой же коллекции. Так, половник 149 рублей. Цвета есть разные на выбор. Также в наличии есть такая лопатка. Смотрите, два цвета на выбор. Деревянная ручка. Так, она 31 сантиметр тоже в длину. 149 рублей. Классные, кстати, такие лопаточки. Мне нравятся. Также давайте посмотрим так вот быстренько. Вот эти вот кисти кулинарные. Они у нас небольшие. Цвета есть. Смотрите, разные. Так, цена 55 рублей. Также лопатка кулинарная. Силиконовая. Так вот, там вот, чтобы было видно. Там вот оранжевые цвета, зеленые, яркие такие сочные цвета. По 55 рублей. Ну, и также вот такие вот кисточки есть еще. По 55 рублей. Вот это совсем маленькие лопатки, смотрите. Совсем малюсенькие. 18 сантиметров. Цвета фиолетовый, голубой, бирюзовый есть. 24 рубля 70 копеек. Также в наличии появились новые кухонные ножи. Сантоку 22 и 3 сантиметра. Вот такой вот, смотрите, нож по 99 рублей. Выглядит очень как бы так остренько. Также есть 26 сантиметров, тоже вот такой же нож, по 116 рублей. И самый большой из этой серии, 29,5 сантиметров. Такой вот внушительный нож, по 133 рубля. Контейнер для лука. Вот это прям под цвет лука сделан, красного. И вот такой вот есть оранжевый. Так, такие вот у нас контейнеры по 55 рублей за штуку. Белая тарелка 26,5 сантиметров. Так, делает китчен у нас. Ой, сейчас, наверное, так не сфокусируется у меня. Нет, что-то фокусируется. Так, опаловое стекло это у нас по 116 рублей. Так, такие вот тарелки из опалового стекла от Kitchen. Смотрите, такие летние с цветами. И тарелочки такие по 79 рублей. Недешево, кстати. Я помню, они гораздо дешевле были, там 50 или 55. Вот, цены растут, растут. Бульонница с ручкой на 500 миллилитров. Тут уже где-то что-то отколото. Надо смотреть внимательно при выборе. Как большая кружка выглядит. Цена такой бульонницы 116 рублей. Всем пока-пока.